Вот он, 10-я страница, Рик. Молотоголовый Морти. А, реально, смотри, как сочетается охренительно. Блин, реально, своему инопришеленца можно будет сделать, классно. Сезон стильный. Вот именно стильный, мне нравится очень. Весь ивент, пожалуйста. Вдруг появились другие. Да просто этот трейлер. Ивент. Бля, этих я реально типа я даже НЛО не встретил в прошлом сезоне. События. Но а что не разговариваю теперь? Никогда не наблюдали. Кларк Кент! Это Рик, да? С Рикой Морти. Просто я не помню, кто Рик, кто Морти. Там же по-другому называлось. Ласт что-то там. И резкий ивент. Вот так же, блядь. О, стоп! А, блядь, ну, боевой пропуск. Ладно, давай посмотрим. Что в боевом пропуске? Всем внимание. Доктор Ждать Слон. Больше нельзя. Мы стоим на пороге войны. С противником чуждой нам... Ты не говоришь, что так дохуя ботов будет просто? А мне и так боты ебут. Мало. Ебать, что это? Враг уже в наших рядах. Ебать, это что за пушка? Но у всех нас есть козырь. Повод бороться. Нихуя! Ебать, Ребят, что? Или же прибыли с Супермен. Звезды. Этот остров... Ебать, подожди, это... Это просто глайд или... Мы в Супермена превращаемся и будем руками всех хуярить. Бля, глайдер. Глайдер! Получить! Ебать, получил. Эпик, эпик, эпик! Их такой резкий потом. Вот, получите, вот вам вот это вот и вот это. Боевой пропуск открыт. Химера. Не факт, что явился с миром. Входит в набор химера. И боевые звезды. Что это? За каждый новый уровень вы будете получать 5 боевых звезд. Получайте награды боевого пропуска в нужном вам порядке за... Это... Что, я сразу 100 уровень могу покупать, не покупая? Или что? Инопланетные артефакты можно найти на острове и в космических сундуках. За инопланетные артефакты можно приобрести стили... А, короче, как золото, только всякая хуйня, но чтобы стили открывать на него, понял? Слитки... Взять у персонажа или таксофона, чтобы получить слитки. За слитки можно улучшить оружие на верстаках... И покупать... Подожди. Были ли торговые автоматы в последний раз? По-моему, не было их. И верстаки уже вроде убрали. О-о-о! Ебать! Спасибо огромное! Они сделали удобно по дизайну. Давайте сделаю так, чтобы вам сейчас не мешало. Блин, так это вообще... Это удобно, если вот так БП сейчас у нас будет. Ну, блин, красиво. Да, ебать тема! Сразу сходу проверяем. Тег автора стоит. Пиздатейший тег автора, который нужно вписать... Всем просто. Поэтому спасибо, что вы вписали. Давайте поймем новую тему Battle Pass. Так, купить уровни. Сейчас посмотрим, может быть награда. Ебать, вы что, ебанутые?
Я вот так теперь покупать должен? Не, ну я, конечно, все посмотрю. Ебать, я могу флаги скипать. Вот это охуенно. Вот это реально тема. Я могу у Иван... Ну, ладно. Некоторые там, типа, нормальные. Загрузочные экраны тоже не нужны, мне могу скипать. Так все. Тема. Вебаксу купим? Стонгс, блядь. Забираем. А, зажать. Блин, так это реально охрененно сделали. Мини-НЛО. Конечно, берем. Сходу. Украшение на спину. Нихуя ты, блядь. Все думали, что это брелки, а это... Украшение на спину, не. Все скины мы такие прям будем брать. Подожди, а мне... Я уровень должен, да, по-моему? Подожди. Или достигните сезонного уровня 30. Блядь, да. Короче, уровень надо купить. Поехали. Так, окей, покупаем уровни. Let's go. Сейчас... Я еще дважды не купил. Все, сотый уровень. Скоро Супермен. 65 дней Супермена ждать. Отряд Fortnite у нас есть. Так, сейчас мы все посмотрим. Сейчас все посмотрим. Так, короче, у нас есть скин Кимера. Составляет более 2000 комбинаций стилей. Бля, это охуенно. Это как тот скин, который... Блин, я не помню, какой сезон это у нас был. Ну, короче, вы поняли, про что я говорю. Так, граффити не берем. Трейл берем, конечно, ребята. Хотя, смотрите. Мы купили сотый уровень. И у нас, типа, все награды есть, правильно? Короче, сделаю тогда вот так. Ну, ибо мне некуда... Типа, что, у меня будут лишние... Подожди, стоп. На следующий сезон! Во, кстати, тогда хорошо, да. На следующий сезон оставим. Инопланетная пульсация. Ну, возьмем, что. Мне, короче, не нужны только флажки и граффити. Граффити это вообще прям самое не нужно. Вебаксы забираем, конечно. Так, убойная гитара. А, это инструмент, это кирка, окей. Забираем. Блин, вот такое расположение батл пасса мне очень сильно нравится, это очень прикольно. Лавовый узор, конечно, забираем, прикольно. Но скорее не лава, а мед, блядь, какой-то. Еще баксы лутаем. Нет. Нет. Забираем. Оно так не работает на следующий сезон. Оставим на всякий случай. Так, сначала заберите остальные награды, чтобы получить эту. Нихуя вы охуевшие. Подожди, ладно, и мы пока дальше лутаем, потом посмотрим. Может быть, там реально придется в самом конце все скупить все равно. И нам, ну, придется реально всю звезды походу потратить. Так, ладно. Забираем. Блин, скин хочу открыть, посмотреть. Ну, слушай, прикольно. I don't believe in... Не, прикольно. Блин, реально прикольный скин. Играбельный, я вам скажу. Заплаточный рюкзак, я думал, знатный рюкзак. Но талон. Блин, реально сильно. Инопланетная ска... Так, что у нас? Лазерная упаковочка. Ну, конечно, забираем. Реально скамят. А давайте пока заберем награды, которые... Хотя нет, стоп. Мы сейчас можем открыть? Бля, вот урод. Сука. Блять, реально. Твари. Чтобы ее открыть, мне нужно реально все награды забрать. Короче, с камеры, блять. Забрали мы ее, короче. Еще три. Ну вот три. Давайте мозга не ебать. Все, блять. Так, дельтик. Уфолога. Где тут уфологом, блять, пахнет вообще? Ебать, битяра. Гугимон. Кто это, блядь? Ну, кстати, тонкий скин, прикольный. Не, что-то, слышите, тут скины такие прям, ну, которые прям хочется фавориты нажать. Не, скины прикольные, а мне даже кажется получше, чем предыдущий сезон. Не, не кажется, реально так есть. Они именно стильные. То есть, блин, реально стильные. Это же охуенно, смотри. Гугимон, блядь. Тук-тук. Не, реально классно. Модная катастрофа Дженки. Блин, мне реально нравится этот стиль, очень классно. Ебать. Застежка. Космический. Кстати, рюкзак прикольно. Инверсия. Визуальные эффекты зависят от времени суток на острове. Джой, ебать, мужик нахуй. Ну, блин, конечно, разноцветные татухи такой себе, плюс-минус. Но все равно сильно. Катаны. Катаны, блять.
Я должен так читать? Ну да. Катаны, блядь. Ну вот, реально. Многоглазый котик. Вторая натура. Так, погоди. Это она, типа? Нихуя себе гениально, блядь. Солнечный космический рюкзак, найс. Захватчики, ну, такой себе. Мяуску тоже. Салам, блядь. Ну, тоже такой себе. Вот это, блядь, шузик. Бля, ну, я честно говорю, сезон стильный. Вот именно стильный, мне нравится очень. Это, блин, ну, стильно красиво. То есть я, знаете, получаю какое-то эстетическое удовольствие от просмотра стиля. То есть это красиво. Дизайнеры, блядь, реально постарались нахуй. И над скинами, и вообще вот то, что боевой пропуск, мне это прикольно. Это удобно сделано. Космоскат. Не, слушайте, прикольный дельтик. Цап-цап. Эй, давай повернись. А, типа он контролирует его разум. Бензопильный нож. Такой, наверное, мне кажется. Гистограмма. Тоже неплохо. А это вообще нам не интересно. Так, доктор Слоун. Такое. Но все равно, знаете, вот каждый сезон они делают какие-то вот определенные образы, ну, которые, типа, ты знаешь, как будто в голове они у тебя есть. Ну, такой стиль людей, которые так же одеваются, так же выглядят, существует. И они, типа, ну, как будто воплощают, типа, и до сих пор идеи не кончаются. С этих образов, которые, ну, типа... Я уверен, по-любому, у вас, знаете, в голове казалось, что... Ну, человек вот именно в таком же образе существует. И ты такой смотришь, ну, бля, походу, да, есть где-то такое. Прикольно, короче. Устранитель УП. Блин, ну он, наверное, этот... Не этот, одной рукой, короче, хуярится. Это хуёво, если бы оно с двумя было бы очень классно. Просто оно задержка будет по-любому. Мы джанки. Блин, они... На самом деле прикольно, там, типа, из предыдущих сезонов просто украшения спин такие огромные сделали. Но это халява с одной части просто. Реально халява. OP. Видимо, найс. Боевая слоун. Чисто чил. Инновация... Ну-ка. Ну, такой себе. Бля, не, Зик прикольный. Он, понятное дело, громоздкий, но было прикольно все равно за него поиграть, посмотреть. Вот он, 10-я страница, Рик. Молотоголовый Морти. Блин, я ожидал, знаете, голос. Рик Санчес. Это очень странно, на самом деле. Робот для масла. Портал Рика. Ну, тут все стильно под Рика. Я Рика Морти не смотрел. Вообще не смотрел. Летающая тарелка Рика. Понял. Ну... Знаете, как будто не 100 уровней мы посмотрели, а намного меньше. Но мы реально посмотрели, типа, 100 уровней. Короче, не знаю, блин. Стильно, прикольно, но... Непонятно, как это хуй знает. Ебать! Охуеть. Сколько... Это все на острове искать надо? Ебать мой рот. Блин, реально надо думать, чтобы прикольно, типа, было. Подожди. А, реально, смотри, как сочетается охренительно. Блин, реально своему инопришеленца можно будет сделать, классно. Ну, как ты хочешь. Глаза. Ну-ка, это что? Ну, я уверен, что большинство такой выберет. Ну, прикольно. У тебя черные тоже классные. Раскраска еще. Рисунок кожи. Ебать. Бля, не, охуенно. Просто то, что... Будет реально у каждого свой индивидуальный скин, это классно. Эмблема еще где-то? А где? А, вот. Свою можно будет забахать. Я так понимаю, все, типа, до 12 сентября. Стоп! 12 сентября, это типа, ну, настолько долго сезон будет, или он нормально идет? Норм? А, ну окей. Что-то мне казалось, как будто слишком дохуя. Так, и самое главное, мне интересно, я так понимаю, мы раз и навсегда один раз сделаем скин и все? Или можно будет потом в будущем как-то кастомазить? Если в будущем можно будет кастомайзить, то прикольно. Суперменные бонусы? В смысле, бонусы еще есть какие-то? Опа.
Ебать, тут еще, оказывается, заныкали. Ебать. Ну, кстати, теперь есть повод реально мне дальше 600 уровня фармиться. Вот на это все фармить. Пляжная Санни, офисная Слоун, песчаный Джой. О, вот этот охуенный просто. Токсичный Рик. Получите еще... Все, и мы можем посмотреть... Короче, все, понятно, найс. Ну, Супермен... А, у него даже две страницы еще тут. Чисто Кент. Ларк Кент. Секретная личность. Ну, никто не догадывался. Вообще никто. Вот это охуенно. Вот это реально охуенно. Рушитель одиночества. Блин, не, охуенно. Может быть, даже эмблему возьму. А, мне все равно придется взять. Слушайте, прикольно. Реально прикольно. Мне нравится.